Ребят, всем привет, дорогие мои зрители! На последнее видео Самвела Адамяна буду делать я сегодня свой обзор. Прошу вас всех, присоединяйтесь. Ну что, как обычно, на планетной у мамки разворачиваются события, потому что Севке идти некуда, снимать нечего. Мамка на повестке дня ежедневно. А происшествия не заставили себя ждать. Шупа сыдыть надута! Морда така, наче під носом, кусок какашки їй причепили. Надменна харя, недовольна девочки, страхіття Господня. Ну давай вже, кажи, давай висказуйся. А то гамно під горло підійшло, ребята, еле держи. Прямо тако клокоче, щас отак випліцне фонтан. Прям з тявки в мордяку. Так оно і случилось. В ресторан не взяли баб. О! Провинилися. Самі ходять, гуляють. Я тут чуть не гигнула, таке робилося. Заставив вітамінчики її пить. Найшли коробочку в холодильнике з вітамінчиками. Попий, мама. Врач назначав, місяць можна попить, хуже не буде. Мама випила вітамінку. Боже, чуть не гигнула. От замітили, як вона любить развивать в человеке чувство вины. Манипуляторша такая жесткая. Якщо в ресторан не взяли, о, вы суки такі. А мати тут просто погибает. Погибает, девочки. Якби в ресторан пішла, коробочку б заглотнула з витаминчиками. І було б все нормально. Було б все прекрасно в елочку. А так оставили. Що такого? Не взяли в ресторан, самі там гуляли. Гуляли, дівчатки, поїсти люди пішли, тому що ти, кабуча, ледача, зараза, не могла дітей своїх накормить, напоїть. Вони тебе брезують, бо ти засранка вонючка. Где это видано? Скажите мне, пожалуйста. Чтобы дети приезжали к матери, к родной и брезговали свою мать. От нее воняет, Ира высказалась, изо рта. Смердуган, такий сквознятюра, вонищем просто таще. Все заелозяне, посуда липне, оті пальці, ногті грибкові, з тими все время прокладками, памперсами руки в житті ніколи не миються. В чашечки, обичні чашки для чая, вона сцить, ми це бачили? Новенькі, до вас зараз, зрителі, новенькі, обращаюсь. Ви не кажіть, що Сніжинська бреше. Потому що всі зрителі, які давно на каналі смотрять мене і Сєвку, знають прекрасно, ми всі це наблюдали. Сцала в чашечку, аналізи собирала, потім сполоснула со словами: «А що тут такого?» Об этом знает и Самвел, он снимал эти видео. Естественно, и Ира, кто после этих сцен будет у нее садиться за стол и чай хотя бы пить. Да никто. Если бы ты была нормальным человеком, застякаты, то вот бы дети вместе с тобой в твоей квартирке и посидели бы за столом. Вы бы пообщались пару часиков, получили бы каждую долю своего позитива, насладились бы общением и разъехались бы по домам. И все было бы прекрасно. Но ты, хиряма, ота засранюка, от якої діти шарахаються і розбігаються, як таракани по всім щелям. Ірочка зарисувалася. Ось о, я приїжджала, холодильничок тряпочкою протерла, плиту, правда, ще зачепила. Візьми губку по три, казала там, жиру в два пальці тряпочкою. Я лозила, ну помила, витерла, ну слава Богу, справилась. Мама, ти там подмети, бо я не успела. И про три полы. Ой, девочки, скільки мить холодильник? Скажіть мені, скільки? 15 минут – це за глаза. Це сильно багато. Я видела этот холодильник, так же, как и вы. Он не был там засрат так, щоб был караул. Холодильник, як холодильник. Баба там не убирає. Ну, ми з вами це вже обсуждали тисячу раз. Ну, витащила продукти, в пакетики поскладала, щоб не завітрювалось, протерла. Со средством тряпочкой, девочки, сколько? 10-15 хвилин. Плиту помить, сколько? Ще 10 хвилин. Чего ты не позамітала и поли не протерла?
Ну, поганяла пилюку на подоконники, мікроволновку зачепила. Дівчатки, можна було це зробити? Можна. Ірочка приїхала зарісуватися. Галочку поставить, отметочку. Я була, я скупилась, продукти завезла, помила, справилась, даже постельку поміняла. Даже не поміняла, а просто застелила ту, що їй мамашка вручила прямо в руки. Хорошо. Ну так вот, голодные, Генка кричав криком, ой, вже сознание, бедный мужик, теряя, хочу їсти. Я уже не можу, казав Гена, вже все кончаюся, я їсти хочу. Бо Севка ж сказав, зараз поїдемо в ресторан, я вас накормлю. Генич такий, дівчатки, розумієте, от болгарин, нос по вітру держить, халяву полюбляє, замічаю не перший раз. Мамку не взяли за стику, і Сєвка їй об'ясняє, мама, куди тебе брати? Ну куди з твоїми прокладками? І що тут такого? Там туалети є. Ребята, если совсем серьезно, то я вам скажу, ну действительно, вот приехали они пообедать в ресторане. Это не гульки какие-то, это просто трапеза, поесть, потому что люди голодные. Вот они сели, заказали. Они разговаривают, общаются, получают какое-то удовольствие. Все-таки родная кровь, это одна семья. Они очень часто не видятся. Тут принесли еду, поели, но якби була мамка, вы понимаете? Тут потекло, тут завоняло, тут ей надо за шкабарки брать, все оставлять. Уже яка там їда, уже який там обід, які там борщі, які там блюда, дівчатки. Тут же з мамкою, за стикою, надо бігти десь спрашувати в туалет, надо її там мить, передівати. Кому це нафіг надо? І я вважаю, що нічого такого страшного не случилось, що іменно в этот раз шупу не взяли діти з собою. Да, вроді би кажеться, ну блін, ну все-таки родная мать, ну могли би взяти з собою, ну дівчонки, вот на это событие у меня вот своє такое мнение. Ви можете, конечно же, рассуждать по-другому. Ну не надо было ее брать, правильно сделали и Самвел, и Ира с Геной. Немножко как-то досуг провели свой, может час, может полтора, посидели спокойно, спокойно пообщались. Воно по тими розпальцовками махало, верещало, кричало в силу своей глухоты, и надо было бы внимание оказывать только ей. Когда шупа сидит за столом, все должны ей в рот заглядывать, только слухать, что воно там тырындить, понимаете? Ее сами родные дети терпеть не могут. На дух просто не переваривает. Оставила ее дома. Еда есть? Есть. Берегишь. А мы себе поедем пообедаем. Обиделась баба. О, так. А я тут умирала. Чуть не гигнула, бо витаминку выпила. Ну, яка манипуляторша, га? Ну, вот как человеку не стыдно. А злость какая. Давай, Самвел, каже, покажи, покажи, що ти пила, що тобі плохо було. Наконець-то, да, я почула. Вона всралася, дівчатки. Як пронесло, як понесло. Так от діарея, що вмирає, чи що, я не можу зрозуміти. Зачем накручувати ситуацію? Зачем притягувати на себе таке внимание і говорити слова, що ти чуть не здохла, що ти чуть не гигнула? Ну, пронесло тебя, не факт, що от этих витамінок. Мало ли, що ти там жерла, може якась несовместимость продуктів, може ти чрезмерно нажрала, ну, мало ли що, ребят, сирой водой запила, може, що вона там їла. Ну, пронесло тебя. Так ти не умирала, приступів у тебя не було. Ты не кончалась. В тебе была просто обычная срачка. Тебе ли за срака, за сыка не привыкать? Ну не, девочки, у неї понос, а виноваті Ірка з Самвелом, бо вони на гульки поїхали. От, оце мамочка. Вона не про дітей думає. Срать вона хотіла на тих дітей. Її персону, видите ли, не уважили. Не оказали честь. Внимание! Не забрали з собою, не носилися з шкірямою шупою, як з писаною торбою. О, обиделося воно, дівчатка, отак. Поки я жива,
ти должен знать все про предків. Попитай мене, поки я жива. Опять і знову на п'єдестал себя вознесла. Давайте все ее расспрашивайте внимательно, конспектируйте, записывайте. Бо шупа, шо вона там таке знає? Как оказалось, ни хрена она не знает ни про каких своих предков, ни про членов семьи. Речь зашла про ее мать, которую звали, оказывается, в документах в паспорте было записано имя Нила, а называли ее люди в селе Нина. И Хиряма даже не знала, как на самом деле ее рідну маму звали. Я такого никогда не чула. Что это она трындит, та Маринка? Самвел говорит, это не Марина сказала, ты что, ку-ку совсем? Это Ира наша сказала. Говорит, Ира тогда еще, когда бабушка была жива, общалась с ней. Ира очень любила свою бабушку. И тогда бабушка лично Ире сказала, что она Нила. Девочки, зачастую так бывает, что по паспорту имя одно, а соседи между людьми как-то так принято, особенно в малонаселенных пунктах, да, это не в больших городах, где люди друг друга все знают, в селах общаются и дают какое-то другое имя. Самвел говорит, вот тебе еще один пример. Аркадий, Аркадий. А на самом деле він Аршалуйс. Про отца Самвела, второго супруга бабы Тани, идет речь. Каже, ну так его все люди Аркадий называли. И, возможно, кто-то из соседей не знал даже, что он по паспорту Аршалуйс. А на самом деле, то він не Аркадий. Ну да, таких случаев очень много. Я тоже в своей жизни знаю таких людей. Ничего такого тут страшного нет. Но, говорит Сева, Коля заглянул там в Google и прочитал, что женское имя Нила – это старое еврейское имя. Ха! Ще мені не хватало, давай, ліпи до мене, ліпи. Каже, ти виглядиш як єврейка. От баба Сара, ну, викопана, похожа, а чо ні? Дай, ще мені срать, я хотіла на тих євреїв. Я думаю, нічого собі коза драна. А чо це ти на євреїв бочку кати? Ти ж, дівчинка, я вам признаюсь, а я б от лично, якщо б мене касалось, да, я б взагалі не була проти, якби в моєму роду, в моїй сім'ї десь якась была подмешана еврейская кровь. Я этих людей считаю очень умными, мудрыми. Вот они какие-то, понимаете, у них какая-то чуечка есть, у этих евреев. Они вечно как-то пристраиваются в жизни. Вы когда-нибудь, вот напишите мне, видели или слышали, чтобы евреи работали на каких-то низкооплачиваемых работах? Туалеты убирали, там, на базаре стояли, полы драяли, да? Я таких не знаю. Вот они как-то так в жизни умеют, понимаете, устроить эту свою жизнь. Все у них складывается, у этих евреев, великолепно. А то, какой у них ум, девочки, ну, я лично могу позавидовать. Я всегда смотрю правде в глаза. Так оно и есть. Поэтому, а что так вот хрещиваться от евреев. Ничего страшного в этом нет. Срать я хотела, какая я тебе Сара, не надо мне приписывать. А? У бабы Тани какое разделение. Вона таких белых кровей, понимаете? Голубых даже, я бы сказал. Ну, трошки дай что-то, воно там производитель произвел. Трошки фиолетовым тоном все-таки отдает. А вы тут приписуете каких-то евреев. Тоже недовольна. Приехал тут сявка, и мамки нервы трепаешь. Мамка вообще не в гуморе, девочки. Вот так вот. За цветочки речь зашла. Я вот слушаю эту бабу Таню и думаю, ребят, це ж вона все, коли сама дома остається, в голові держит. Оце копається щось там, мислі оті передумує. Оце одну за другу, оце шарики за ролики в неї вертяться. Оце де б кого обгадить, хто що не так сказав, а хто що не так зробив, а кого піше обісрать. І така вічно недовольна ця баба Яга. Вспомнила, о, не обсуждали. І видає сам великий
новою свіженькою темою. Хоча вона зовсім не новенька ця тема, вже давно висратий матеріал, ребята. Ми з вами вже і забули. Но баба Таня держе в голові. Вона ще на цю тему не висказувалася. А цвіти мені на день народження. Кому дарили всі гості? Сівка каже, ну тобі дарили цвіти. А чого та Марінка сказала, дівчатам подавайте по букетику? Га, Самбел? То мої цвіти? Надя каже, я от пішла, а Марінка заставила вас, Тетяна Васильівна, дівчатам в Запорожє, внучкам, дівчки, внучкам, по букету цвітів отдай. Чого це вдруг? То мені дарили. Боже мой. Сижу, дивлюся на це чучело. Ребят, вы знаете прекрасно, как я отношусь к каждому герою этого сериала «Самбелиат». Про Марину. Как бы нам не хотелось, и что бы мы там не рассказывали про Марину позитивного или негативного, обсуждали ее 100 раз, да? Но я прекрасно понимаю, что Марина росла в другой семье. Марина культурная, Марина воспитанная, у Марины есть образование, Марина умеет себя вести в социуме. Ну, то, что фокусы выдает оце в компании, я думаю, тільки в окружении Самвела Адамяна. Марина просто позволяет себе вести так, как разрешает ей вести себя Самвелка. Вот у меня такое мнение. Тут она может закидоны такие делать и демонстрировать себя не с самой хорошей стороны. Это Марина. Но, в принципе, про Марину понятно все. Поэтому я так думаю. Марина и сказала, Васильевна, ну было бы неплохо. Зачем вам сколько много цветов? Ну, надарили вам. Ну, понятно, что вас любят, уважают, холят, лелеют. Вы у нас прям звезда вся из себя ютубовска. Ну, чтоб девчаткам, вашим внучкам, ну, было приятно, это же родные дети, родные. Ну, дайте девочкам по букетику цветов, они привезут до дому. Каринка в себе поставит, Дианка в себе поставит, Ира у себе в квартире поставит. И будет радоваться глаз, это же ваши родные внучки, это же ваши девчатка. И будут дивиться и вспоминать, вот у бабушки был день рождения. И вот этот букетик живых цветов, это от бабушки. Бабушка передал. Девочки, это ж приятно. Я поступок Марины понимаю абсолютно. Это очень правильно. В моей семье тоже так принято. Но тут не мое, мне. Какие там родственные отношения? Какие там... Дівчатка, внучечки, бусинки, мої виросточки, ліпісточки. Ні, дівчатки, цього і близько нема. Чого це я должна була віддавати цвіти? Це мені подарили. Щоб ти вдавилася ними вже тими цвітами. І, Господи, коли ти нажерешся уже, зараза ти така, на тебе вже, падло, понос нападає. І от жрачки, і от перчачки, і от цвітів, і от того всього барахла, що тобі шлють, висилають, дають. І все на халяву, на халяву. Коли ти наситишся оцим всім матеріальним дерьмом, га? Коли ти поймеш, що в тебе життя закінчилась, закінчилась! Ну, хоч під занавіс житті, зроби щось приятне своїм дітям. Ну, хоч елементарно, Маринка підказала, подаріть дівчаткам букетик цвітов. Та тобі що, ти обідніш, чи здоров'я поменше, ага? Ну, чуманда ти кончена. Ну, дівчатки, оце в мене іменно така емоція. От я так чувствую, отак з вами і ділюся, отак вам і кажу, нічого не скриваю. Ну, прибить мало паразитку, понимаете? Висралась би і після себе поїла, щоб, не дай Бог, нікому не досталося. Ужасна людина. Ну, просто ужасніший чоловік, дівчатки. Ну, це ж кошмар якийсь. Ну, і
напослідок. Самвел собирається, виходить уже з квартири, і мамка йому просить вручити пакетик з памперсами. Винеси памперси, мусор винеси. Я брезгую. Що ти сама не можеш винести? Я не знаю, як в ваших сім'ях, ребят. Я не знаю. Для мене це як добрий день. У мене мама жила раніше, коли жила в Помишлі, на 4-му етажі. Понятне діло, якщо ти йдеш на вулицю, то ти завжди на автоматі просто береш цей мішок з мусором і виносиш. Що ж тут такого? Вона ж на 5-му етажі. Чого ти не виходь? Та вийде, вийде, вона гулять. То може їй спуститься, за поручень подержатися треба, на паличку спертись, тяжело їй. Де ж ваша любов і уваження друг до другу? Де понімання є ситуації, що це старість? Скажіть мені, будь ласка, де? Я не знаю. Що мамка, що синочок, одного поля ягоди. І тут критикуй, критикуйся. Однакові друг друга стоїть, ребята, ви розумієте? Закончу свій обзор і буду чекати ваших коментарів. До скорих зустріч, ребят, пока.